получается что-то типа скрэмпл. Не знаю, как много людей едят вот такое. Я очень лично рекомендую. Себе я просто делаю вот так вот с огурчиками. А мужу делаю на хлеб, как минимум, потому что у меня сейчас есть бассейн. И не очень приятно плавать, когда ты только что поел, поэтому я что-то съеду, чтобы меня хотя бы не тошнило от голода. Вот это как бы на двоих получается такая порция. Здесь 3 яйца, 1 большой помидор и лук немножко зеленого, ну, соль, чуть масло. Вот так. Видок, конечно. Такой у нас outfit. Я обычно всегда хожу в бассейн с такой с втородневной грязной головой, потому что потом удобно, если что, ее помыть, и все, чем потом в шапочке там все опять пачкать. Еще у меня все время очень красное лицо, если я не накрашена. И кто меня видит обычно в косметике, когда видят меня без косметики, все время говорят, ты что, заболела или ты что, загорела. Потому что у меня вот обычно очень сильно краснеет лицо, в отличие от шеи. Не знаю, как называется, куперус или что. Вот. Вот так вот я как облизанная выгляжу. Надеваю шапку. Сегодня у нас 2 мая в Новосибирске. Вчера был снег. Шапка у меня только зимняя, кстати. Я так и не купила себе ни осеннюю, ни весеннюю. До бассейна мне идти где-то минут 20. Но обычно в ту сторону я езжу на автобусе, потому что мне там ко времени все-таки. А обратно я иду пешком. Вот, немножко шаги делаю. Блин, мне так странно снимать себя на улице. Но я иду в безлюдном месте. Надеюсь, меня слышно без микрофона. Это солнце вышло вообще. Как-то в зимней шапке все-таки жарковато. Надо было купить мне где-нибудь весеннюю, но когда я приехала ее выбирать, они уже все закончились. А до этого я выбирала, и они все были стрёмные. Я просто... Мне они все не нравятся, и я не могу выбрать любую. Надо очень долго выбирать. Это кинотеатр. Я, кстати, в нем была один разочек. В те времена с прошлой жизни, когда еще показывали фильмы у нас. Какие-то интересные. У меня вообще сейчас очень много времени еще. Что-то я рановато приехала. Блин, ну, когда волосы грязные, конечно, самооценка как-то сама по себе падает. Ну, не то, что грязные, просто им второй день, и они уже не такие объемные. Но зато после бассейна их можно спокойно помыть и ходить чистыми, чем помыть, а потом опять в бассейне их спачкать, опять помыть. Вот. Я, кстати, живу не в самом центральном районе Новосибирска, в таком... Я бы не сказала неблагополучным, но, в общем, не самым цивилизованным. Не хочу никого обидеть, конечно, вдруг здесь кто-то живет, но мне нравится. Я очень люблю Затулиночку. Я, кстати, только когда начала ходить в бассейн, узнала, что здесь есть такой парк. Он так и называется, Затулинский парк. Здесь даже есть колесо обозрения. Тут музычка играет, в принципе, все так облагорожено. Неплохо. Но делать тут особо нефиг, только если ты мамочка с коляской, как в основном здесь контингент такой есть. Либо мамочки с колясками, либо мамочки с детьми на самокатах, которые из тебя убивают. Я, кстати, очень боюсь детей на велосипедах, вот маленьких. Да вообще не маленьких, наверное, просто боюсь людей на самокатах и на велосипедах. А дети так вообще, они, ну, не скажу, скажем так, не очень контролируют свои... движение. Я, кстати, не так давно начала ходить в бассейн. Наверное, раз уже, ну, 5-й примерно хожу. И у меня еще по абонементу там осталось примерно 4-5 занятий.
Вот. И что я могу сказать? Очень даже прикольно, мне нравится. Это такой вид отдыха, не отдыха, нет, это вид спорта, да, можно сказать, какой-то активной деятельности, при котором я не страдаю. Обычно, когда я ходила в какие-нибудь там спортзалы или еще что-нибудь, я бегала раньше, я рассказывала, и обычно это все заканчивалось страданиями. Но бегала, мне, в принципе, нравилось, как я бегаю. Но когда ты плаваешь, ты как будто бы не так сильно... Ну, ты устаешь, да, конечно, после плавания, но не так уж сильно. И мне нравится. Кстати, я плаваю в основном, знаете, каким контингентом? Это в основном бабули. Я так удивляюсь. И они вперед меня наяривают, там бегают, плавают вообще туда-сюда. Я там проплыву одну дорожку и такая умираю. И со мной бабушка рядом какая-нибудь плывет, там обратно уже поплыла. Я думаю, ё-моё, это что за женщины просто... Восхищаюсь такими бабулями. Кстати, абонементы на бассейн всяким бабулям, он обычно гораздо дешевле, поэтому, наверное, они и ходят. Вот. И я одна там такая. Тоже почти бабуля. Подошла поближе. Тут даже, смотрите, как цивилизованно. Можно кофе купить. Всякие лавочки прикольные тоже. Неплохо вообще. Вот этот Тулинский парк, конечно, он не супер огромный, но елочки, все дела. Не знаю, просто для меня это необычно видеть что-то нормальное не в центре города. Обычно возле администрации, мэрии, да, что-то нормальное, а потом чуть-чуть входишь и подальше какая-то фигня. Тут у нас есть еще ледовая арена. Не знаю, наверное, на коньках там можно кататься. Ну, в основном там дети, наверное, занимаются. Блин, уже насекомые летают. Кошмар. Вчера снег был, какие насекомые. Я вообще не люблю, на самом деле, лето, честно говоря, потому что очень жарко, много насекомых. Это не особо. Я люблю осень. Так. Иногда мне кажется, что у меня СДВГ, потому что я очень сильно меняю темы. Очень сильно. Туда-сюда. Так вот, ледовая арена. А дальше маленький бассейн. Там есть и детский, и взрослый. Очень удобно. Если честно, мне дико странно себя снимать. Я не про то, что именно на улице, а вообще, типа, влог какой-то делать. Я сейчас это пытаюсь снять, но то, что я выложу и смонтирую, это процент очень невелик. Так что, если вы это видите, то я не знаю, что случилось. Но, с другой стороны, мне нравятся такие форматы в том, что ты снимаешь как бы свою жизнь, а потом лет через 10, даже 5, ты можешь посмотреть, что как было. Я поэтому очень люблю фотки там пересматривать свои. И смотреть, неужели это была я? Эту жизнь жила я? Это так странно. Так, ну из бассейна я вышла. Почти час плавала. Лицо еще краснее стало. Короче, сейчас пойду домой, длинной дорогой. Сегодня первый раз иду без музыки. Это так странно. Мне так нравятся эти домики небольшие, которые здесь в глубинке, в такой, в районах, где нет никаких магазинов. Такие красивые, небольшие застройки. Очень уютненько, людей здесь не так много. Вот, сейчас хожу в магазин за продуктами и покажу сегодня, что я буду делать, как я готовлю рыбу на обед и на ужин. Вот, я думаю, дальше влог будет не такой разнообразный, потому что я обычно сижу дома, чем-нибудь занимаюсь, типа монтирую или смотрю сериалы, или убираюсь, или готовлю, или читаю, не знаю, какой-нибудь чем-нибудь занимаюсь, не особо интересный, которую особо неинтересно снимать и смотреть. Господи, какое у меня краснющее лицо, кошмар. А еще я снимаю на фронталочку, потому что и так у меня голова обрезана, потому что я не могу руку еще длиннее сделать, как-то мне вообще неудобно. Мне кажется, да, меня слышно не будет. Вот. А если я буду еще и снимать не на фронталку, то я вообще вот так вот будет видно боком как-нибудь. Короче, супер полезная информация, без которой никто бы из вас не прожил, если бы я не сообщила. Так, ну я купила 1 000 000 килограмм продуктов. Еще в рюкзаке дофига. Вот. Еще я подумала, может быть, снимать что-нибудь на улице, попробовать какой-нибудь видос. Так свежо. Можно надеть микрофон. Я надеюсь, никакого шума ветра не будет. Поэтому можно что-нибудь придумать.
и снять. Но проблема в том, что мне нужно написать какой-то план, сценарий для видоса. Так-то тема у меня примерно есть, но мне лень писать сценарий, а без сценария я такой бред несу. Я ухожу в стену, меняю мысли, и ничего структурированного не получается. Короче, подумаю. Витосики, хотела показать, как я готовлю рыбу. В основном мы покупаем просто киту. Но здесь прям здоровые два куска. Я думаю, мы по половинке съедим. Кажется, что это супер дорого, но на самом деле, если рассчитывать на 4 порции, выходит вот эта штука целая 300 с чем-то рублей. И я всегда готовлю ее одинаково. Я уже пробовала по много раз, по-разному. Но самый лучший вариант для меня это типа взять просто соевый соус, прям наливаю сюда. Основное, что это майонеза чутка любого. Потом специи для рыбы. Это обычные, вот, которые называются специи для рыбы. Вот там целый набор, не знаю чего, чутка тоже. Немножечко соли. И можно лимон. Но лимон я очень редко кладу, когда он есть. Сейчас вот есть. Я его сюда немножечко выдавлю, там, типа 2 столовые ложки. И покажу, как это выглядит. Так, ну я все закинула. Сначала это выглядит не очень приятно, но вообще это всегда выглядит не очень приятно, но это очень вкусно получается. Майонеза может быть, кажется, что много, нужно в целом поменьше было положить. Короче, вот так вот я смешиваю, получается вот такая вот жижа, соус, и обмакиваю сюда всю вот эту рыбу. Получается вот как-то так. Еще я видела в рецепте, что сверху майонез вот такую шапочку типа небольшую делают. Но мне кажется, мазик и так много, поэтому я вот так оставляю. Можно было бы дать этому еще типа полежать какое-то время, типа мариноваться, но я не вижу особого смысла. Я пробовала так и так, и разницы не заметила. Запекаю это, как обычно, на 180 градусов, где-то там, не знаю, минут 20, может быть. Рыба очень быстро готовится. Помыла я голову. Вот наглядно можно видеть, как сильно у меня краснеет лицо. Очень сильно, и прям видно по глазам. Потому что у меня глаза вот так вот белые, а щеки очень сильно краснеют. Если вдруг кто-то знает, с чем это может быть связано, я просто никогда не интересовалась особо, напишите мне. Я слышала только про купероз, но дело в том, что у меня лицо не все время красное, а только вот днем, либо если там кремом помазать каким-нибудь, чем-нибудь, и как-то его растормошить, да, оно прям краснеет, и я чувствую, как оно горит ужасно. Хотела рассказать небольшой апдейт, наверное, по моему питанию. Примерно месяц я почти не ела углеводы, но при этом я ела немножко хлеба по утрам, не каждый день, но периодически. Если кто не смотрел видос мой предыдущий про мой диабет, преддиабет, я на какое-то время перестала есть практически все быстрые углеводы. То есть там ни муки, ни сахара, ни крахмала, куча всего, короче, чего мне нельзя было есть, потому что мне было, очевидно, плохо прямо после любого приема пищи. Сейчас я еще плюс лекарства принимала, сейчас вес у меня уменьшился примерно на 6 килограмм. В прошлый раз вешалась, может, сейчас еще как-то там уменьшился. И, в принципе, после того, как я съедаю какие-то углеводы, мне, в принципе, нормально. То есть я уже не чувствую себя плохо, но это не значит, что я перестаю себя ограничивать в углеводах. Я просто стараюсь их есть прям минимально, в очень маленьких количествах, если я их ем. Допустим, вот сегодня я готовила макароны цельнозерновые. Я не могу отследить, насколько там они настоящие цельнозерновые. От них, может быть, не так сильно подскакивает сахар или подскакивает сахар. Поэтому тут сложно как-то мне об этом говорить. Но в целом после них я себя чувствовала нормально. И я все-таки ем макароны не как основное блюдо. То есть у меня какой-то там белок, да, что-то типа рыба, там мясо, да, и немножко каких-то углеводов, перловка, фасоль, что-нибудь такое. Еще гречку можно, мне нравится гречка. И я обязательно ем какую-то клетчатку, типа овощей там каких-нибудь, либо я просто пью клетчатку, которая, знаете, продается уже на таких порошочках.
Вот, в целом, поэтому сейчас все более-менее. Я не боюсь съесть лишний кусочек каких-то углеводов непроверенных. Насколько я себя буду еще ограничивать в питании, я не знаю. В целом, я от этого не сильно страдаю. Я привыкла, сладости, и честно говоря, вообще не тянет. И последнее время, наверное, до, не знаю, месяца 3-4, до того, как случился вот этот вот, случилась вся вот эта проблема с плохим самочувствием, я уже не ела сахар. Мне не хотелось прям есть, очевидно, сладкие вещи. Там никаких пирожных, конфеточек мне не хотелось. Сейчас мне как-то и не хочется. Плюс у меня есть всякие разные полезные вот эти сладости. Не полезные, а без сахара сладости с эритритом, вот этим подсластителем. Вот, поэтому несчастно я себя не чувствую. Это, наверное, самое главное в каких-то диетах либо похудениях. Это не чувствовать себя обделённо и несчастно, поэтому в целом, буду так питаться, пока как минимум не сброшу вес до медицинской нормы. Я, кстати, не знаю, какая медицинская норма, не помню точнее. Я это знала много лет назад. Надо бы сейчас посмотреть по табличке, сколько нужно весить. Вот. Не знаю, вряд ли, что я ставлю какие-то еще видосы сегодня. В целом, наверное, видео уже получилось нормальных размеров. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока. Я вам утром показывала, что смотрю, короче, вот эту девушку. Я ее буквально позавчера или вчера нашла случайно. И вот сейчас смотрю буквально сначала все ее видосы. Она мне попалась в шортсах вообще. Про Финляндию она тут что-то рассказывала. Я так понимаю, что она из Беларуси переехала в Финляндию. У нее очень такие успокаивающие, такие уютные влоги. Я вообще обожаю такое. Прям тащусь смотреть, как люди просто живут жизнь спокойно. Это как-то внушает немножко какой-то монотонности. Понимаешь, что у всех людей есть своя жизнь, и они вот выполняют какие-то свои обычные вещи, ты на них смотришь и успокаиваешься. Я вообще люблю таких людей вот находить, у которых мало подписчиков. На самом деле вот написано 26, да, но просмотров не так много, ну, относительно, да. И мне так нравятся такие люди, которые просто снимают, и они еще не как бы, не то что не зазвездились, но они еще в себя не поверили, не знаю. Короче, они обычные. Вот я люблю обычных, простых людей. И мне прям это очень, очень нравится. И я нашла тоже Дениса из Кыргызстана. Может быть, кто-то когда-то увидел, он сейчас становится более-менее популярным. У него уже 100 тысяч подписчиков, а я его просто обожаю. Правда, не так часто видосики стал выпускать, но я его смотрю. Он про книжки в основном снимает.